Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ. Я її ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Вітаючи усіх вас з новорічними святами, ми би хотіли сказати, що ми, відповідно і тематику також для наших цих святкових передач, намагаємося сформулювати відповідно. Отже, сьогодні мова піде про дитячу літературу, зокрема, про сучасну дитячу літературу та дитячі сказки. Сьогодні ми про це поговоримо. Погодьтеся, що виховання наших дітей – справа важлива. Місія нашої передачі «Точка росту» – це сталий розвиток Сумської області. Сталий розвиток – це такий розвиток, який орієнтується на потреби наступних поколінь і, зокрема, на дітей. Ми свідомі того, що навряд чи багато дітей дивляться нашу передачу, оскільки вона у нас науково-популярна, отже, вона розрахована на дорослу аудиторію. Отже, давайте сьогодні з дорослими, з вами, з нашими глядачами поговоримо про те, що читають наші діти і що дійсно варто читати нашим дітям. Сьогодні у нас в гостях відомий сумський письменник. Він пише твори для дітей, зокрема, він багато творів пише, зокрема, твори для дітей пише, і, зокрема, пише дитячі казки. Будь ласка, Павло Парфін. Доброго дня, пане Павло. Здравствуйте, уважаемые зрители. Пане Павло, скажіть, будь ласка, що таке ваша творчість? Представте вашу творчість нашим глядачам. Добре. Я начал заниматься сочинением сказок давно. Это было примерно конец 80-х, у меня были маленькие дети, старший сын, допустим, было там 2 годика, 2,5, дочка была на год и 10 месяцев меньше, и было так принято, что я их укладывал спать, у нас такая была договоренность. Вот. Колыбельные петь я не умел, мне не было да в голосе, у меня было да, а вот сочинять сказки на ходу я мог запросто, то есть я импровизировал, сочинял сказки. Как правило, там были основные брендовые герои, как сейчас говорят, это Зайка, Ежик, Антон и Даша, то есть 2 детей и 2 лесных сказочных персонажа. И вот с этого времени все и пошло. То есть росли дети, росли Зайка и Ежик, они становились подростками, интересы были другие, сюжеты были тоже другими. В конце концов, я им рассказывал сказки, если не ошибаюсь, вплоть до 10 класса, до окончания. Соответствовал абсолютно возрасту. Вот. Потом дети выросли, стали студентами, и на некоторое время наступила пауза. Вот. Я принялся писать мифы, рассказы, повести. Вот. А потом дети стали родителями. То есть вначале у меня появилась внучка в 10 году, Настя, и тут возник эффект ренессанса. То есть сын мне сделал сайт pavelparfin.com, на нем я выкладывал свои произведения, взрослые, детские, и потом сын говорит, а давай, папа, ты попробуешь писать сказки для конкретных людей. В смысле, спросил я. Ну, допустим, есть семья, у них есть точно такая же девочка или мальчик, и ты пишешь книгу, конкретно об этой семье, об этом ребенке. Мне стало это интересно, потому что я такими вещами никогда не занимался. Более того, я даже не слышал о возможности таких вот книг, историй персональных. Вот. Мы придумали анкету. Там есть вопросы, как зовут ребенка, сколько лет, чем увлекается, какими игрушками, чем увлекаются мама и папа, есть ли домашние животные, собаки, птички. Вот люди отвечают мне на эти вопросы, заказчики. И я начинаю писать историю, приближенную к реальным условиям жизни этих людей. Единственное, что там возникают какие-то сказочные персонажи, но я постараюсь учитывать характеры ребенка, его увлечения, характеры родителей, увлечения. Получается достаточно сложный такой, я бы сказал, можно сказать, проект получается, мини-проект, посвященный либо конкретной семье с ребенком. Вот я могу представить несколько вариантов. В свое время мы делали книгу для Мариуполя «Планета Калейдоскоп». Здесь имениннику было годик. Конечно, в таком возрасте ребенок не способен оценить и понять ту историю, которая заложена в этой книге. Но я пишу сказки таким образом, чтобы они были интересны всей семье. Поэтому, ну, то есть это своего рода семейная реликвия, и когда ребенок будет расти, то он постепенно, как бы с годика, когда подрастет там, до 5 лет, до 7 и так далее, он будет понимать, о чем идет речь, и эта книжка ему будет становиться все дороже и дороже. А родители могут с первого момента оценить ее. Вот в этой книге, точнее в любой книге, есть какие-либо фотографии семейные. Вот маленькая девочка, да? Вот здесь могут быть фотографии животных, вот собака.
вот, и так далее. То есть, повторяю, книга носит очень персональный характер. Это корпоративные сказки, то есть сказки для фирм, предприятий, магазинов, компаний и так далее. Вот один из примеров – «Кофейный поезд», написан для сети «Сумский кофеин», «Кофеман», и посвящен не кофейне, а кофе. Здесь главные герои – это кофейные зерна, которые были замечательными артистами, ну, типа циркачей, путешествовали, гастролировали по различным городам и выступали с веселыми, развлекательными номерами. Вот. Но везде присутствует дух, вкус, аромат кофе. Такая добрая сказка. Дякуємо. Ви знаєте, Павло, коли ви розповідали про свою творчість, я почав так, знаєте, у мене певні такі сумніви, можливо, вони також виникають у наших глядачів, щодо того, що ви ще щось пишете. Ну, все ж таки, я можу ствердити, я слідкую з 90-х за вашою творчістю, що ви серйозний письменник, письменник, який торкається філософських проблем, це тільки частина вашої творчості. Отже, в зв'язку з цим я би хотів поговорити ось про що. Я також був батьком, і також така ж була проблема, лежить моя дитина, чекає казочку, я беру у такій ошатній обкладинці шар-перо, червоний капелюшок, красна шапочка. Да? І тут я починаю усвідомлювати, що зараз я розкажу своїй дитині історію про те, як жінку похилого віку, бабусю, з'їв тварина, вовк, а потім у цього вовка розрізали живіт, да? І достали бабусю, заперечуючи усі знання мої і цієї вже ж дитини про процес травлення. Я ось про що хочу спитати. Чому у сказках, класичних сказках, і навіть у Шарля Перо класика, да, ось такий кривавий зміст? Це перше питання. По-друге, я ж вийшов з ситуації тоді, я згадав, що є ви. Я взяв вашу казку, і я точно був впевнений, там ніхто нікого не вб'є, ніхто нікого не образить, не поб'є і так далі. Як вам вдається уникати? Бо я до того, як я ознайомився з вашою творчістю, я вже звик до такої думки, що, напевно, це насильство є необхідним якимось атрибутом, щоб казку читали. Але ваша творчість заперечує, слава Богу, вона заперечує таку точку зору. От, як вам вдається уникати цього негарного змісту, по-перше. І, по-друге, розкажіть, чому ось у багатьох казках, класичних казках, присутній цей кривавий зміст? Ну, я почну з другого питання, він більш складний. Я думаю, що на нього, якщо будуть відповідати люди, то, скоріше всього, відповіді будуть різнитися між собою, тому що ми не можемо знати как бы, істинної природи, присутствие насилия или крови той же в европейских и вообще мировых сказках. Потому что то, что вы отметили, это присуще сказкам и африканским, и среднеазиатским, и латиноамериканским. То есть везде есть элемент насилия. Ну, здесь может быть несколько объяснений. Я думаю, что это связано, во-первых, со временем, в которое писались эти истории. Вот, то есть общество, назовем так, независимо от места пребывание, то есть точки Земли, оно всегда переживало какие-то сложные этапы, и для нее, для членов этого общества наличие насилия, это было так же естественно, как хлебная лепешка, стакан вина или воды, то есть это было постоянным спутником. Вот. Не случайно у Достоевского в «Идиоте» начало книги, если помните, связано с воспоминаниями, свежими воспоминаниями казни, да? То есть казнь на центральной площади европейского города, и публика стекается, она все это смотрит, это доступное, наиболее популярное развлечение для того времени. Вот. И я думаю, что и в сказках это как бы было некое отображение вот этих вот, скажем так, само собой разумеющихся элементов насилия. Второй момент, еще более глубокий, который мы можем только догадываться, это аллюзии к различным древним мифам, допустим, кельтов, галлов, других народов, которые жили на территории Европы, из которых потом получились, в кавычках, французы, немцы, итальянцы и так далее. Да? То есть тот же Шарль Перро, он не сочинял, он не придумывал с нуля практически ни одну сказку, да, и он занимался интерпретацией, пересказывал. Вот. И, очевидно, тот исходный материал, который попался ему, и он его
скажем так, переработал и превратил уже в литературное сочинение. Вот он был изначально оснащен, скажем так, вот такими элементами насилия. Ну и третье, то, что мы можем, скажем так, пофантазировать. Может быть, Шарль Перро не любил детей. И вообще сказка была адресована взрослым, да, потому что мы знаем, что сказки Андерсона настолько сложные по стилистике, что не каждый ребенок их осилит, хотя считается, что это классика, но попробуйте дать ребенку сейчас почитать Андерсона, он не будет читать. Очень сложный стиль, много лишних слов, как говорят сейчас литераторы или редакторы. Вот. И Шарль Перро, он прежде всего остался популярен, я хочу подчеркнуть это слово, среди родителей, их родители, а среди детей сейчас совершенно другие сказки в моде, да, вот. Вот поэтому я думаю, что, скажем так, наверное, что-то, мне кажется, кроется в природе самого писателя, прежде всего. И ну, потом добре. Это выплескивается на бумагу. Ну, добре, ми зараз перейдемо до другого питання. У мене одне питання. Ось дивіться, ви це пов'язуєте з історичним контекстом, який тоді був. Ну, зараз середина 21-го століття. Ну, нема вже публічних страт, нема вже якихось там війн. Оце необхідність когось ненавидіти і когось вбивати вже відсутні. Чому Шарль Перро і цей червоний капелюш якось живий до сих пір? Ну, моє пояснення все ж, з точки зору філософського, все ж таки тут... значно простіше грати на чорних у цих чорних частинах людської душі, дитячої у тому числі, чим на світлих. От вам вдається грати на світлих частинах дитячої душі. Не знаю, як це і дорослої душі, бо є, ви пишете сказки для дорослих. І ось я переходжу до другого питання. Як вам це вдається? Як казала, я вибачаюсь, там, що Покляк, гарними справами не можна прославитися. Ви прославляєте своїх героїв гарними справами, світлими частинами їх сердець. Як вам це вдається? На самом деле, ну, немножко ви преувеличуєте, Олег Олегович. Я думаю, що ви, к счастью, я подчеркиваю, до конца не знаете мое творчество. Вот. У меня тоже хватает хоррора и крови, элементов насилия и так далее. Но я очень четко разделяю так называемую взрослую литературу, да, и детскую литературу, особенно ту литературу, которую я сочиняю для своих внучек и для людей, которые обращаются ко мне с просьбой написать им персональную сказку. Ни один здравомыслящий человек не захочет, чтобы я написал сказку, подобную «Красной шапочке», потому что ему же надо будет платить деньги. Ну какой, извините за грубость, идиот будет платить за преднамеренное насилие, сказки, которые будет читать его ребенок, да еще за это заплатит деньги. Здесь есть обычный нормальный маркетинг, есть психология, и, по сути говоря, мои сказки персональные и те, которые пишу для семьи, они терапевтические. То есть это сказки, которые уравновешивают, гармонизируют, унеживают душу, то есть они создают нормальный баланс таких добрых, светлых, радостных ощущений, от которых я, автор, получая кайф больше, чем, например, от фантастики, которую пишу, фэнтези, в которой у меня много чего другого. Но человек, пишущий творчески, он не может быть только хорошим в плане создавать только светлое произведение. Поэтому мне повезло. Для детей я пишу светлое, доброе, а тоже в качестве терапевтических таких вот, скажем так, задач я пишу фантастику, фэнтези, где есть все. Ні, ну, я читав у цей голос. Скажи, будь ласка, Павло, ось таке питання. Деякі люди, я знаю, дивуються, що ви живете в Сумах, а вони вас шукають у Києві чи в інших там мегаполісах. Ви живете в Сумах, ви наші, це, я думаю, поталанило нашому місту, що тут живете ви. От що б ви порадили батькам? Порадили батькам, у яких малі діти. Ось як розібратися у цій такій неоднозначній сучасній дитячій літературі? Ось що там шукати? Мені, відверто кажучи, зрозуміло, що не всім батькам, не у всіх батьків є час для того, щоб продивлятися, що задали у школі, продивлятися, що читає дитина. Ну все ж таки, я свідомий того, що це робити треба. Що б ви порадили? Ну, во-первых, я должен абсолютно солидарен с вашей точкой зрения. Вот. Здесь есть несколько моментов, я бы хотел отметить. Первое, что тот момент, что родитель, отец или мать должны
на первых порах обязательно, ну, если не сочинять, как я, то хотя бы читать сказки. Ну, выбирать их, понятное дело, уже на свой вкус и с учетом тех вот нюансов, которых мы очертили выше. Да? То есть желательно, чтобы все-таки книга была добрая, светлая, вот, увлекательная, поучительная по возможности, развивающая. Вот. Но желательно избегать элементов насилия, потому что в жизни их и так без того хватает. Да? Почему совместное чтение, родительское чтение, как я считаю, очень важно? Потому что оно сродни совместной трапезе, совместному труду, совместной игре, совместной прогулке, совместному приключению или путешествию. То есть это тот элемент совместного социально-семейного творчества, которое укрепляет семью, делает ближе всех, родителей, детей, бабушек, кошек, всех. Почему? Потому что люди, которые как бы общаются, обмениваются информацией, обмениваются совместными действиями, совершают их бок о бок, и в том числе читают и слушают книги, они намного живут дружнее, сплоченнее, чем другие семьи, в которых это не происходит. Ну а говорить о пользе книг, ну, мне кажется, тут не приходится, или даже любого другого искусства, потому что оно помогает развивать и фантазию, и вырабатывает определенные навыки у ребенка. Вот. И в конце концов, даже то сопереживание, сочувствие, которое испытывает малыш либо при прослушивании книги, либо потом при самостоятельном прочтении, да, оно приобщает к его к новому миру, помогает рождать его сознание, его собственное. Ви знаєте, Павло, чомусь всі вважають, що таким класичним гамлетівським питанням, ну, принца датського Гамлета, є бути чи не бути. Так, це дійсно важливо, це сфера онтології, буття. А я більше, ну, так зауважу на такому його ще питанні, його гамлетівському, це коли розпадається зв'язок поколінь. Знаєте, от розпалася зв'язок часів, зв'язок поколінь. Так, зараз є пристрої, комп'ютери, є мобільні телефони, де можна почитати електронні джерела, але складно уявити, як з цих електронних джерел батько або бабуся читає казку. Напевно, все ж таки, оця форма книги, да, ось такої шатної, правильної, осмисленої книги, вона і надалі не втрачає актуальність. Якраз у цьому дуже важливому заході, який ви описали, коли старше покоління читає казку молодшому поколінню, і таким чином цей зв'язок він не порушується, і він стає тяглим і сталим. У мене таке ще питання до вас. Все ж таки, порекомендуйте ще сучасним батькам. Ви вже сказали, що треба передивлятися, самому перечитувати. Що ще? Як можна уникнути, щоб ось неякісна, або ось така якісна, Шарль Перро дійсно геній, да? Ну, от, кривава література не потрапила до дитини. Як його убезпечити від цього? Ну, наверное, такого какого-то универсального рецепта не существует по этому поводу. То есть мне не хочется сейчас заниматься саморекламой, сказать, вот, обращайтесь ко мне, я вам буду писать исключительно добрые сказки, да, и тогда ваш ребенок точно не пострадает. Вот. А если говорить совсем серьезно, ну, у нас есть, допустим, несколько книжных магазинов, где представлен довольно большой выбор детской литературы, вот, и сказок в том числе, вот, и подростковой литературы, которая считается наиболее сложной среди детской, потому что она рассматривает вопросы взросления ребенка, который становится постепенно юношей или девушкой. Вот. Ну, конечно, можно сказать, прочтите аннотацию, пролистайте книгу, но сколько родителей захочет уделить этому внимание, да, то есть тут уже все зависит от желания самого отца или матери защитить свое чадо от нежелательного контента, назовем так. В конце концов, если человек родил или стал отцом, то уж надо это дойти уже до конца, скажем так, да, до конца в смысле, вот сейчас у меня две внучки, и я все равно отношусь к взрослым своим детям, которым по 30 лет, все равно отношусь как к детям. Вот. Я проявляю заботу, внимание, интересуюсь, переживаю за их, скажем так, за их жизнь. И поэтому мне всегда интересно даже, что они читают, что они смотрят, мы обсуждаем. И вот эту связь поколения, которую упомянули, мы продолжаем ее поддерживать.
Добре. Дякуємо, пане Павло. Шановні телеглядачі, ми сьогодні говорили про святкову таку тему, про дитячу літературу, про дитячі казки. У нас в гостях був відомий сумський письменник, який пише у тому числі і дитячу літературу, до яких відносяться і казки, Павло Парфін. Ми сподіваємося, що вам з нами було цікаво. Ми говорили про дитячу літературу, але ми говорили сьогодні для батьків, для дорослого покоління. Ми хотіли убезпечити наших дітей від неякісної літератури або небажаної літератури та спрямувати вас на те, щоб те, що ті казки, які слухають наші діти, щоб вони дійсно були змістовними, світлими і якісними. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.